проигрыш. Но дело в том, что этих поражений было 5 в 5 матчах. То есть все, что можно, проиграно. В марте чуть лучше. Там Малага подала признаки жизни и была героическая ничья на выезде против Сельты. Потом и выиграли даже, но не более того. Можно забивать. И вот так вот уже до верного разыгрывают. Отсюда было невозможно промахнуться. Казимиру опорный.